Отлично. Значит, перед нами Юрий Спасопрыходский и Анастасия Литвиненко, чемпионы мира в паре по бодибилдингу. И мы известны тем, что показываем различные упражнения, я провожу тренировки прямо по интернету через программу Skype. Сегодня мы покажем вам упражнение, которое интересно всем девушкам, как подкачать ягодичные мышцы с помощью нижнего блока. Вот мы возьмем Настю, возьмем такие красивые наножники. И ее вот сейчас вот в таком виде, давай я тебе их застегну, чтобы ты хорошо себя чувствовал. Такие наножники можно использовать в зале с очень большой эффективностью. Отлично, один есть. Ты уже догадываешься, что мы будем делать с этими ягодичными мышцами сейчас? Мы будем их жестко... одним местом. Одним местом уже чувствуешь. Место, которое будет работать. Оно уже в ужасе сжалось, да? Значит, это стоит здесь 50 килограмм. Мы столько поднимать не будем. Мы будем поднимать 10 килограмм, потому что нам нужно просто научиться делать. Да, предположим, мы становимся, не спешим. Упражнение делается в наклоне. И отводим согнутую чуть-чуть ногу пяткой вверх. Раз. Да, и не ударяем блины. Два. И вот здесь мы должны ощутить, как работает ягодичная мышца. Хорошо. Делаем 15 раз. Стараемся максимально сжимать и максимально ее напрягать. Вес маленький или чувствуется? Нормально. Упражнение интересно тем, что даже с маленьким весом девушка отлично ощущает свои мышцы. А всем известно, что эту часть тела нужно прокачивать с максимальным усилием, потому что если девушка просто похудеет, давай я тебе перепостегну. Давай второй ножку. Упражнение делается в наклоне на 45 градусов. Работаем так, чтобы блины не касались нижнего пакета блинов. Вверх идет выдох обязательно. Обязательно выдох. Вверху обязательно максимально сокращаем ягодичные мышцы. Сейчас у нас работает левая часть. Кроме ягодичной мышцы, еще работает длинная мышца спины и бицепс бедра. Ты чувствуешь это? Да. Отлично. Отлично. Пресс напряжен, спиной себе не помогаем. Достаточно, отстегиваем. Чтобы все время не менять ноги, я использую такой принцип. Я даю три подхода на правую ягодичную мышцу с коротким перерывом, три на левую. Это удобнее, чем все время перестегивать правую-левую ногу. Единственное, что это упражнение, нужно правильно к нему относиться. Это всего лишь дополнение к вашей тренировке. Вы никогда не накачаете такие классные ягодичные мышцы, если вы будете только делать этим упражнением. Оно предназначено как вспомогательное упражнение, уже после приседаний, после выпадов, после жима ногами. Ты со мной согласна? Да. Ну, если со мной Настя согласна, то мы с вами увидимся снова и рассмотрим еще чудесное упражнение. Спасибо.